Всем привет, с вами Рома Бугаревич, и сегодня мы открываем Беларусь. И начать я хочу со своего любимого города. Итак, Слуцк. Поверьте, о нем можно рассказать многое, точнее привести факты, что это самый лучший город Беларуси. Не верите? А зря. Поехали. Признаюсь честно, одни факты меня удивили, другие порадовали, а некоторых я вообще не знала. Ладно, не будем затягивать. Итак, факт номер один. Слуцк входит в 15 самых старых городов страны. Так обнаружено окольное городище древнерусского периода 10-11 веков. Но даже без этого Слуцк старше Москвы, Варшавы, Берлина, Вильнюса, Стокгольма, Львова и многих других древнейших городов Европы. Факт номер два. Слуцкие пояса – визитная карточка нашего города. Спросите у иностранцев, что они знают о нашей стране в культурном плане. И слуцкие пояса наверняка всплывут в памяти на первом месте. Факт номер три. Слуцкие Афины. Да-да, вы не ослышались. Так называют гимназию номер один, старейшую школу в нашей Беларуси. Ей уже более 405 лет. Основал гимназию Януш Радзивилл еще в 1617 году. Это учебное заведение уже в 17 веке завоевало известность и славу далеко за границами Беларуси, как Слуцкие Афины. И не зря, ведь главным принципом обучения в гимназии было и остается не просто дать детям знания, а научить их мыслить. Факт номер 4. Слуцк – это центр православия Беларуси. Слуцкое Евангелие, Святая Праведная София Слуцкая, Духовная Семинария, митрополит Минский и Слуцкий – все это и многое другое говорят о важности Слуцка для белорусского православия. Факт номер 5. Слуцк – это город белорусской космонавтики. На случай родились такие знаменитости из космонавтики, как Семен Козберг, инженер-авиаконструктор. Козберг сработал! Такая была первая фраза Гагарина после удачного старта. А уже потом знаменитые поехали. Юрий Жуков, начальник космодрома Байконур. Витольд Царацкий, астроном. Его имя носит малая планета. У Слуцка все по-людски. Это не только народное выражение, но и настоящее отражение города, которое никого не оставит равнодушными. Не верите? А зря. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный уголок Беларуси. С вами был Рома Бугаревич. Открываем Беларусь вместе. Всем пока!